На территории парка отеля «Азимут» города Каспийска состоялся второй этап республиканского форума молодежной организации «Движение первых» «Практическая академия» для студентов колледжей со всего Дагестана. Напомню, что на прошлой неделе порядка 100 участников уже прошли первый этап. Всего в форуме было зарегистрировано около 200 студентов. Сегодня у нас проходит вторая практическая академия «Движение первых» для студентов средних профессиональных организаций. Этот проект он направлен на развитие компетенции именно надпрофессиональных навыков, таких как ораторское искусство, креативное мышление, эмоциональный интеллект, невыгорание. В ходе форума ребята будут развивать вышеперечисленные компетенции по типу технологий тренинга и работы в команде. Как отмечает председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Людмила Саидова, самое главное, чему должны научиться ребята, это социальное проектирование, так как в завершении форума каждый из них должен написать свой проект. Участниками практической академии является 200 студентов средних профессиональных организаций. Эти студенты приехали из 36 учреждений, все города представлены в данном конкурсе. Вообще, это не первый проект, в котором мы работаем со студентами СПО. Буквально недавно мы подвели уже федеральные итоги практической академии, а именно, что касается команды первых. И, кроме того, первая помощь, где мы получили 4-е и 1-е место почетное.